Вітаю в ефірі «Тема дня». Сьогодні миколаївський інноваційний кластер «Рінно-Хаб» та польсько-український міст стартапів проводять онлайн-сесію пітчингу. Українські автори інноваційних проєктів презентують їх в режимі онлайн представникам Польської агенції з розвитку підприємництва. Найбільш переконливі проєкти отримують фінансування. Отже, про те, хто може презентувати свої стартапи в рамках польсько-українського проєкту, що дасть авторам перемога в конкурсі, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем онлайн. Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва Миколаївській області, перебуває безпосередньо на місці події. Я вас вітаю, Володимир Борисович. Добрий вечір, мене слышно, видно, нормально? Так, чути вас добре. По-перше, хто сьогодні, хто може презентувати свої проєкти в таких умовах, як відбувався відбір? На заднем фоне, сзади меня, как раз вот на экране сейчас происходит подготовительный этап, работают польские эксперты, рассказывают правила сегодняшнего конкурса. В зале сидит около 12 человек, они сейчас представляют 6 стартапов, инициированных в Николаевской области, и скажем так, те люди, которые захотели быть в командах со своими стартапами, они прошли очень упрощенный отбор, они презентовали свои продукты, они рассказали свое видение, заполнили соответствующие презентации, то есть прошли небольшое обучение в школе стартапов Restar, и в итоге они подали свои стартапы на этот конкурс, который уже в итоге отбирал полуфиналистов, как вот сейчас отбирали непосредственно польские менторы, эксперты. Вот, и из 11 поданных заявок они отобрали 6. И вот сегодня будут эти все 6 представляться. Победитель сегодняшнего конкурса получит путевку на финал. Финал будет осенью в Киеве. И тот уже, кто выиграет там, получится, будет получать и материальные призы финансовые, и в том числе, что, на мой взгляд, самое интересное, это путевку на польский варшавский акселератор, где вместе со стартапами со всей Европы, с других стран, они будут осваивать искусство, как превращать стартап в мультиинтернациональный проект, который будет шикарным образом монетизироваться. Ви трошки забігли вперед, ми, можливо, ще повернемось до наслідків сьогоднішньої події. Ви сказали, що було 11 проєктів, з них залишилося 6. Да. За який період цей відбір відбувся? Ми все це зробили за 3 місяці. Но предварительно, вообще сам по себе подготовка проходила почти 1,5 года. Вот. Но как раз вот непосредственно подача проекта, с момента подачи проекта до отбора, с 11 отбор 6, в это все ушло буквально там 3 месяца. Ті, хто не пройшов цього разу, чи вони втратили шанси, чи є ще можливості якісь? Ні, во-первых, просто потрясающая новость сегодняшнего дня, она сделала мы потрясающее настроение сегодня. Нам сегодня позвонили из Министерства иностранных дел Германии, у них есть такой проект GIZ, и они сказали, а почему вы работаете с Польшей, а с нами не работаете, а мы тоже хотим. А мы тоже готовы с вашими стартаперами работать. Более того, мы готовы собирать целую группу и приглашать их к себе после отбора конкурса в Германию, так же, как поляки приглашают в Варшаву, такие вот немцы приглашают в свой один из крупнейших инновационных центров. Поэтому есть, вот сегодня будет выступать Украинский фонд стартапов, это государственная организация всеукраинская, мы будем подавать все абсолютно наши стартапы на этот конкурс дополнительно. Есть еще Сикорский челлендж, это столичный республиканский конкурс, есть стартап ЮА, работы непочатый край. Было бы желание у стартаперов и вера в то, что они могут этого добиться, а мы со своей стороны максимально будем в этом содействовать. Ті, хто презентує сьогодні ці 6 проєктів, можете по кілька слів буквально про них, в чому особливість, в чому інноваційність?
Ну, вы знаете, наверное, буду говорить уже не своими словами, а словами наших польских коллег, которые вот находятся по ту сторону онлайн-моста, потому что они уже предварительно посмотрели все презентации, они уже отменторили каждого из участников, приблизительно они уже понимают, как все дальше будет происходить. Поляки приятно удивлены, я еще раз хочу, приятно удивлены уровнем николаевских стартапов. До этого они работали с Одессой, Днепропетровском, Киевом, Львовом, Харьковом, и они думали, что это как раз предел, ну, как технической и научной, научного повествования. А оказывается, нет. И как раз вот наши проекты, это проекты, инициированные студентами, аспирантами, учеными наших университетов. И вот как раз такая сублимация науки и молодежная экспрессия, она дает вот соответствующие очень интересные результаты. Направления самые разные. От бьюти-индустрии и health-индустрии, то есть от красоты и здоровья, продолжая альтернативной энергетикой, коммуникационными технологиями, хотя, казалось бы, вроде бы уже все придумано до нас, и специальными сервисами по поиску работы и так далее, и так далее. То есть на самом-то деле это многообразие самых разных направлений. Ми можемо проілюструвати один з проєктів, які сьогодні презентуються. Да. Один з них – River Solar. Перша українська сонячна черепиця, дах в сонячній черепиці. Дах з сонячної черепиці. Дах, котрий бере енергію сонця, виробляє електроенергію та виготовлений з надміцного загартованого скла. Маємо фрагмент відеоролика від автора проєкту Павла Ріки. Будь ласка. Я задумался, почему бы не интегрировать солнечные панели непосредственно в кровельные материалы. Это уменьшит стоимость крыши, упростит монтаж станции и одновременно даст энергию. В основу изобретения поставлена задача повышения эффективности кровельных материалов, сохранения окружающей среды путем использования отходов вторичных полимеров, а также снижение выбросов благодаря использованию энергии солнца. Итак, мое изобретение – энергоэффективная черепица, которая изготавливается из пластикового мусора и солнечных ячеек. Данная разработка может выполнять функцию обычных кровельных материалов, полностью или частично заменяя их на крыше дома, что в связке с литий-ионными системами накопления энергии даст возможность автономного электропитания дома. Основой служит черепица, которая изготовлена из пластикового мусора и песка. В полученную смесь добавляется краситель, ультрафиолетовый стабилизатор, далее разогревается в плавильной печи и подается под пресс. В результате мы получаем экологическую черепицу из вторичного пластика и песка. При производстве солнечных модулей используется технология «стекло-стекло». Мощность одного модуля 16,8 Вт, что позволяет получить 100 Вт с квадратного метра кровли. Подэлементы соединяются в сеть и подключаются к инвертору и аккумулятору. Работоспособность была подтверждена испытанием рабочих образцов в реальных условиях. Тема дня в ефірі. Нагадую, ми спілкуємося онлайн з Володимиром Євсєєвим, директором регіонального фонду підтримки підприємства Миколаївської області. Йдеться про польсько-український міст стартапів. Сьогодні безпосередньо пітчинг відбувається в Миколаєві. Володимире, ну, здавалося б, черепиця з одного боку, з іншого боку, сонячні батареї вже доволі давно існують. Черепиця, звісно, довше, але і сонячні батареї довго. І лише ось тепер лише нашому земляку прийшла така ідея до голови. Чи всі інновації подібні? Здавалося б, начебто просто, але не кожен може реалізувати. Ну, да, як-то теряється ваш звук. Ну, я, наверное, начну відповідати. На самом-то деле інновація – это не что-то вот какое-то придуманное абсолютно то, что, чего раньше не было. Хотя так было бы здорово. Инновация чаще всего – это совершенствование, улучшение, доведение до самого оптимального соотношения цены и качества того или иного изделия. Инновация чаще всего – это новый подход к рынкам.
новый подход к пользе и к экологической безопасности этого продукта. Вот если мы говорим о вот этой замечательной солнечной черепице, которая, безусловно, вы правы, она не является чем-то сверхъестественно новым, но в нашем краю завод маленький, который производит эту черепицу, но вообще-то это уже легендарное производство. То есть никогда здесь это не производили. Мы слышали о заводе Илона Маска в Соединенных Штатах Америки. А теперь здесь, вот в Николаевской области, производят эту самую солнечную черепицу по своим собственным разработкам, по собственным патентам. И в дальнейшем, я думаю, это будет весьма-весьма востребованный продукт не только на территории Украины, а я рассчитываю, что у этого продукта большое будущее, в том числе и в Европе. Володимир, якщо поруч з вами є автори проєктів, можете запрошувати, поговоримо з ними. Да, ну я з вашого дозволу приглашу другого спікера, тому що якраз Solar Service зараз готується к пічу, він буде одним із перших учасників. Андрій, я з удовольствием предоставляю Андрія Васильєва. Человека, который уникален тем, что он не только там кандидат наук, не только известный предприниматель, но он еще ментор. Ментор, который привлекает к себе стартаперов, помогает им разрабатывать идеи и как вот играющий тренер дальше их ведет к результату. Поэтому в определенной степени нам работать с Андреем даже удобнее, чем работать с отдельно взятыми стартапами, потому что он уже частично их огранил. Андрей, вот будьте добры, в двух словах о тех двух проектах, которые вы привезли сегодня в студию. Спасибо, Владимир. Сегодня мы представляем два проекта. Один из этих проектов – это Beautician. Это нечто похожее на Uber в сфере красоты. Это мобильное приложение. И второй проект – это проект What I Want. Это проект для проведения, условно говоря, первого контакта для знакомства в кафе, ресторанах, аэропортах и для интересного проведения времени, суть в загадывании желаний. Эти проекты, они были придуманы вместе с моими выпускниками. Уже много лет назад они выпустились, они стали специалистами в своих сферах. И сейчас они пришли с идеями, которые мы превращаем в стартапы и представляем сегодня на международном конкурсе. Ви, Андрій, ви якимось чином брали участь у відборі? Тобто ці проекти в тому числі вибирали ви? Для того, щоб сьогодні презентувати. У відборі я участь не брав, я брав участь у підготовці цих проєктів. У підготовці, у доведенні. Тобто я маю на увазі, ви в курсі, в принципі, як вони готувалися. Мені цікаво, чому саме цю тематику обрали автори? Чи вони проводили якісь дослідження соціологічні або в соціальних мережах, що саме це є необхідним? Чи просто їм така думка з'явилася і вони реалізували? Насправді ця думка, вона з'явилась, виходячи з тих галузей, звідки прийшли ці проекти. Тобто є потреба, ми бачимо цю потребу для людей, ми хотіли б таку, щоб такі додатки існували, і відповідно ми ними займаємося. Скільки готувалися проєкти, який шлях пройшли до сьогодні? Проекти готувалися майже обидва десь півроку. Ми почали їх готувати десь у листопаді або в жовтні минулого року. Які ще проекти розробляєте з вашими колегами, друзями? Так, є такі проекти, є задумки, але зараз ми представляємо ті, які готові і підходять до формату стартапів. Дякую, дякую. Можете передавати слухавку дякую. Володимирові. Дякую. Йдіть в студію. Да, вот как раз Андрея уже пригласили в студию, сейчас вот буквально там за этой стенкой, которую вот мы там видим, смонтирована студия, которая выходит в прямой эфир украинско-польского стартап-моста, и вот сейчас вот как раз продолжаются презентации наших питчей, наших стартаперов, и мы подозреваем, что в течение где-то часа будет закончена эта процедура, потому что дается 7 минут на представление, до 10 минут на ответы на вопросы, и потом начинает, так сказать, онлайн заседать, заседать комиссия, которая оценивает жюри с той стороны. Это 11, насколько я знаю, 11 венчурных инвестиционных фондов из Польши и других стран соседних.
Ви вже сказали про наступні кроки, що переможець потрапить в Київ, той, кому ще пощастить Варшаву. А на якому етапі, власне, будуть фінансуватися самі проєкти? Ще раз, що послідна фраза, плохо слышали. Хто і коли зможе гроші отримати безпосередньо на реалізацію своїх проєктів? На якому етапі? Ну, я подозреваю, що перший учасник, який йде зараз вне конкурсу нашого проєкту, це одна з розробок, технічних розробок університету, яка вже має МВП, тобто мінімальний життєздатний продукт, який працює. Їй вже напряму заінтересувались польські інвестиційні компанії. И они сказали, что этому проекту уже не надо даже участвовать в конкурсе, они готовы с ним работать напрямую. Поэтому я так подозреваю, что финансирование будет намного быстрее, чем нам даже самим казалось. Но ведь время бежит. Тут нельзя. Это тот самый мир капиталистический, который хочет как можно быстрее выйти из кризиса благодаря именно новым инновационным технологиям. Поэтому они торопятся больше, чем мы. И представьте себе, они нас каждый день подгоняют. Это факт. Ви згадали сьогодні про інші міста України, які раніше почали співпрацю з цим польським цією спільнотою. Наскільки швидко там відбувався, якщо вам відомо, наскільки швидко отримували гроші безпосередньо після перемоги в проєкті? І чи задоволені автори переможці, тобто чи вони знов хочуть брати участь? Да, я, к сожалению, у мене такої інформації нет. Да, а скільки співпрацювали інші міста, які ви перераховували? Значить, в прошлом году був перший год українсько-польського стартап-моста. Тогда Николаев мы просто даже не знали о том, что это работает. Мы узнали на октябрьской поездке, когда мы повезли в Варшаву первую делегацию украинских стартаперов на выставку международной инновационной технологии в промышленности. И там мы познакомились с этими товарищами. А вообще это уже второй год, и насколько я знаю, что отобрано из Украины в первый год, по-моему, 5 проектов, которые поехали в Польшу для обучения на акселерации, но мы не собираем информацию, у нас как-то не было необходимости в том, чтобы знать, был ли результат или нет. Мы просто наблюдаем, как это вообще работает во всем мире, и поэтому мы не сомневаемся, что это реальный шанс не просто получить деньги. Ведь получить деньги, ну, как бы, это не сама суть. Самое важное – это выйти на рынок с этим изделием, с твоим стартапом, начать этот рынок захватывать, продавать свой продукт или свои услуги, зарабатывать на этом деньги, вот что самое важное. То финансирование, которое получается в результате этих конкурсов, это в определенной степени связанные или клиринговые деньги. То есть деньги, которые клиринговые, деньги, которые связаны с тем, что тебя подтягивают под соответствующий уровень обучения. С тобой работают международного уровня маркетологи или специалисты по продажам. С тобой работают консультанты по IT-девелоперменту. И так далее, и так далее. Потому что на самом-то деле путь наверх, он не дешевый. Он может быть быстрый, но в любом случае надо нести существенные затраты. И поскольку у наших стартаперов, как правило, в загашнике денег совсем-совсем мало, для этого как раз участие в подобных конкурсах именно позволяет им выходить на подобные орбиты. Мы уже этого года... Цієї весни в цій студії спілкувалися із вами, із гостями з Польщі, коли тоді вживу, так би мовити, відбувався відбір, презентація. Вам, так, сьогодні онлайн у зв'язку з карантином, зрозуміло. І тоді я ці запитання ставив, і все ж таки сьогодні знов хочу спитати, чим це цікаво, чим ця така співпраця цікава польській стороні? Що це їм дає? Тем дает повышение конкурентоспособности на европейских и международных рынках. Мы четко понимаем, что старая Европа, она имеет свои собственные проблемы и демографические, и интеллектуальные, и моральные, и прочие другие вещи. Поэтому им надо живые идеи, им надо те люди, которые хотят двигать прогресс.
Вот количество прогрессоров во всем мире не то чтобы катастрофически падает, оно просто ограничено. И они концентрируются в определенных местах. Одно из таких мест, например, это Силиконовая долина, там другие мощнейшие бизнес-инкубаторы. И вот как раз поляки хотят сделать так, чтобы, скажем так, иметь серьезное место на мировой рынке стартап-индустрии, благодаря тому, что они будут привлекать лучших стартаперов, в том числе и из Украины. Я не вижу в этом чего-то противоестественного и опасного для нас. Я считаю, что это намного интереснее и полезнее для нашего народа, чем убирать там клубнику или ухаживать за пожилыми людьми. Ну и при цьому що залишиться і в Україні, ці проєкти можуть реалізувати? Безусловно, звісно ж, безусловно, бізнес можна вести везде. Просто ти можеш, пройдя там обучення, получив соответствующую поддержку, ти можеш возвращаться. Ведь на самом-то деле, ну, на родину возвращаются очень многие. Те, кто здесь начали свой бизнес, они с удовольствием возвращаются. Здесь связи, здесь свой менталитет, здесь возможности для новых проектов. Тот мир европейский, он отличается от нас достаточно принципиально. Поэтому я не сомневаюсь, что если не все, то большая часть наших успешных стартаперов будет вести бизнес непосредственно не просто в Украине, а на Николаевской области. Мы, областная администрация, городская администрация, мы постараемся вместе со всеми депутатами создать самые лучшие условия для того, чтобы эти люди возвращались сюда и вели бизнес здесь. Здесь создавали рабочие места и платили налоги. У нас залишається близько 5 хвилин. Якщо є ще автори, котрих можна послухати, будь ласка, запрошуйте. Якщо ні... Да, сейчас, одну секундочку, да, буквально я тогда отойду к залу. Присаживайтесь. Да, я предоставлю вам слово, да, и вы в микрофон немножко расскажите о своем проекте. Да, да, Федор, я, значит, вот еще одного из наших участников конкурса стартапа, я передам ему микрофон, значит, он представится, он уже достаточно опытный стартапер, его проект уже имеет и МВП, так сказать, минимальный жизнеспособный продукт, я даже сейчас принесу, пока коллега будет рассказывать, я принесу его сюда, может, он даже в камеру поместится. Расскажите, пожалуйста. Пожалуйста, да. Наушничек, да. Так, вітаю, розкажіть про свій проєкт, будь ласка. Доброго дня. Значить, мій проєкт – це світлодіодна ковра для новонароджених. Справа в тому, що в наших лікарнях прилади існуючі не дуже комфортні для наших дітей. Я, як багатодітний батько, проходив через це неодноразово. Тому я вирішив, чому ми не можемо розробити власний, сучасний, зручний для дитини комфортний продукт, який задовільнятиме всі технічні потреби, при цьому не матиме тих негативних моментів, які мають ті прилади, існуючі в наших лікарнях. Чи мали ви можливість десь вже перевірити його ефективність? Як ви розумієте, це медичний прилад, і перевіряти його на дитині недоцільно, ну, оскільки поки не пройдена медична сертифікація. На власній дитині я, звісно, перевіряв, бо я знаю, що в нього немає побічних дій, він повністю безпечний. Також у мене декілька разів брали ті, хто знають про мій проєкт, ті, хто вірить в нього. Також у них були з дітьми проблеми. Наприклад, після виписки, якщо у дитини знову підскакує білірубін, то вас вже не повернуть у пологовий будинок. І як ви будете дитину лікувати? І батьки стикаються з цією проблемою. А як? В лікарнях, там, щоб в лікарню попасти, треба більш серйозно мати якусь хворобу, щоб вони надали вам можливість лікуватись. Оренда існує, наприклад, в Києві, але це здоровезна стійка, яку вам треба поїхати десь взяти, якось привезти. Та стійка має певні ультрафіолетові складові спектру, дитина може мати опіки там, і таке інше. Тобто там недоліків дуже багато. І тому, ну, таким чином ми і працювали. Багато виставок, багато конкурсів, є в нас певні перемоги. Ну, якось так.
Як довго готували проєкт і, власне, продукт, прилад? Розробив я перший прототип приблизно 4 роки тому. У нас на сьогодні розробляється вже 5-та версія прототипу. Поступово ми їздили по конференціях, по виставках, по різних змаганнях стартаперів, і ми отримували фідбеки. Тобто до нас підходить той самий лікар і каже: о, там питання позадавав, я йому відповів, він мені щось розповів, і з'являється ідея, як трохи покращити, як зробити там те, додати те і таке інше. Тобто інженери, лікарі, батьки, дуже багато батьків, які стикалися з цією проблемою. От вони також нам казали, там, що краще, як краще. Ми також враховували їхню думку, коли розробляли вже 5-й прототип. Дякую. Дякую. Успіху вам. Будь ласка, передайте слухавку Володимиру. Я вам дякую. Дякую. Володимир, да, у нас одна хвилина. Да. Ну і таке просте начебто запитання. Якщо хтось чи колектив авторів вважає, що дійсно вони мають якийсь інноваційний проєкт, куди їм звертатися, що їм робити? Порадьте, але за одну хвилину. Саме простое – обращатися в інноваційний кластер RinoHub. Його елементарно знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі. Не можуть знайти RinoHub, знаходять регіональний фонд підтримки підприємництва, центр підтримки бізнесу, неважно, де угодно, і кажуть: у мене є стартап, що мені далі з цим робити? Не можуть знайти нас, йдуть к меру, идут в областную администрацию, в департамент экономики, говорят: у меня есть стартап, подскажите, я не могу найти тех людей, которые мне помогут. Все, вас отправляют к нам. Достаточно мати просто идею, без каких-то документальных разработок? Да, да. Сейчас самое важное – это идея, которая может быть мультиплицирована дальше. Потом мы начинаем вместе в школе стартапов, Рестарт, работать, дорабатывать эту идею, но при условии того, что действительно она может превратиться потом в звезду, в так называемый единорог. И вот, кстати, сегодня, пользуясь возможностью, еще участники не знают, у нас впервые сегодня по стоку своего конкурса стартапов мы будем вручать подарки, и вот как раз символ нашего конкурса участников – это каждый получит игрушечного единорога. А единорог на сленге стартаперов – это тот проект, капитализация которого достигла 1 миллиарда долларов. Я думаю, что для некоторых это вполне достижимо. Дякую, дякую, Володимире, за участь в программе. Успехов вам и вашим коллегам. И дякую всем, кто был с нами. Побачимось в эфире.